Только помни обо мне, только помни. Не сочти, что это просьба нескромна. Ты представь себе на них небылицу. Мастер выписан живым из больницы. Возвратится он в покой свой подвальный человеком абсолютно нормальным. И писать теперь он станет как нужно. И подхватит его жизнь, и закружит. И сожмутся все сжатые лавры. И друзья ему споют под литавры. И воскликнется каким-то уродом. Как расцвел он на службе народа. Но однажды, то ли во сне, то ли с пьяну, бегемот с погодом в гости нагрянут, угостят 600-градусным спиртом. И исчезнут, похищал Маргаритой. И дробят хрустом на стол, на порохнет столик. Сердце мастера взорвется от боли. Пути комнатное счастье бросая, он в Москве ночной бесследно растает. Станет снегом во дворе, станет небом, предрассветной тишиной, теплым хлебом. Человек он станет, станет он, коль придется. Чья беда тебя возьмет, не коснется. А коснется он тебя первым снегом. И в пути возникнет теплым ночлегом. И у двери ляжет дальней дорогой, той, которая ведет в гости к Богу. Только помни обо мне, только помни. Не сочти, что это просьба нескромна. Ты представь себе на миг небылицу. Мастер выписан живым из больницы. Только помни обо мне, только помни. Только помни обо мне, только помни.